Вечер добрый, друзья мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2, версия 1.45. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас происходит и где я нахожусь? Нахожусь я на карте Суровая Россия, Забайкалье, редакция 1. Осуществляю доставку с полугодичным опозданием. Ну, это нормально. Ничего страшного. За опозданием нет, не посчитают. Так, Салзамая. Господи. Красноярск. Да, все правильно. 20 с полтиной тонн. Тротуарная плитка. Да. Нас ждут в среду. Сегодня вторник. 19:40 уже. Сейчас я слегка перекусил, немножко отдохнул. Так, и нас ждут в среду до без 15:07. Ехать осталось там меньше 100 километров. По-моему, что-то километров 80, что ли. Вот я уже где. До Красноярска чуть-чуть осталось. Голова. Так, голова. КАМАЗ 4310, 400 лошадиных сил, 16-я коробка ZF. Понятно, что он уже модернизированный, перемодернизированный, но рабочая лошадь вообще конкретно. Прицеп на внедорожном шасси. Давай быстренько сейчас обойдем. Все посмотрим. Проверим. Вот действительно рабочий. Прям вот, ну, никаких тут черных тут тебе колес полированных. Все, машина пашет, трудится. Вот такой зачетный прицеп. Колеса все в пылище. В резину пыль въедается вообще капитально. Так, все нормально. Все отлично, все у нас в порядке, все светится, все моргает. Так, ну что, друзья, за руль. Так. И поехали. Так, что ли, оставить? Или вот так вот? Ну, с Богом. Навигация ведет направо. Ты хрен знает, куда там на разворот, да? А че вообще, что ли? Сколько уж у вас много. Зараза, тут поехали, а. Сейчас пока эти проедут. Сука. Терпение, мой друг, терпение. Все в порядке. Все хорошо, все отлично. Три километра нам до финиша, это с учетом переправы. С учетом переправы. Так, солнце сзади, а вон солнышко видим. Посмотрим, будет ли у нас тут белая ночь. Так, поблизости заправки нету. О, встретились два одиночества.
Погодка хороша, не жарко, прям кайфово так. А что, впереди стоянка, что тут стоит? Ё-моё. Да хрен его знает, какая у нее причина, да? Может, поломался. Может, поломался. Но это не зима, все-таки. Летом как бы легче такие дела переносить. Дорогу, что ли, размыло? Так, давай хотя бы одними колесами по ямам поскачем. Даже если полоса встречная свободна, я не могу переместиться. Самые ретивые, самые быстрые начнут справа обгонять и поставят меня в неловкую ситуацию. Как их в асфальт-то погружает, а? Да вроде не было такой жары, чтоб так асфальт плавился. Ты смотри, что творится-то. Тут, наверное, раньше ямы были, да Сережа сделал другую дорогу. Так, ну что, друзья, тут как бы пока ничего интересного, если получится. Я, может, эти 80 километров запихаю в одну серию. Ну, нет, так нет. Едем дальше. Ух ты, какой шикарный объезд впереди. Ты только погляди. Газу, газу, газу. Ох, там прям наворочено-то, а? Ох, и там сейчас покатаемся. Тихо, тихо, так. Тут, блин, школа для вождения грузовиков с прицепом, с полным прицепом, то есть. Вроде аккуратно еду. Не должен я поколотить плитку тротуарную. Как у меня на стоянке за полгода ее не снесло. Зимой доставку эту взял. А сейчас лето. Thank you.
Что-то вроде тут горка невысокая, как ты со стеклом-то не выехал? Сколько у тебя там тон-то этого стекла? Вот тут хреново, я ничего не вижу, а легковушку вижу. Тихонько. Коллега на КамАЗе. Мне с этими объездами солярка утекает, как через решето какое, а заправляться только в кускуне. Что ты будешь делать? Как топливо тратится, так оно и тратится. Что это за... Ой, оперный театр. Ё-моё. Так, первое повышенное. Если что, понижайку включу. Ну, здесь-то вытянет. О, собрал за собой колеечку. Ничего страшного. Рабочие моменты. Что поделаешь? Его затащило-то, а? Что на ровном месте как так съехал-то? Там мозаичек. О, этот въехать не смог. Поэтому ушел назад. Правильно не сманеврировал, и все. А когда уже машина пошла, хоть ты заманеврируйся, все уже. Аж бочку поднял, жопу аж подняла бочка. Как его вытаскивать теперь? Чё там кто-то стоит? Чё ж столько машин-то много тут, а? Один не въехал, другой не съехал. Thank you.
Интересная гора, покоцанная, покусанная. У меня на КамАЗе на этом такая кабина высоченная. На 65-225 там еще кабина выше стоит. Бежевая кабина, которая второй КамАЗ тут есть. Там еще выше. Вот там монстр. Если я на этой карте поеду на север, я тот возьму. Если поеду. По мне главное, чтобы сейчас у меня Забайкалье первая редакция. Надо как бы посмотреть. Что ты там делаешь? Гаец. Ты что? Чудит что-то, товарищ. Надо посмотреть, какие площади у нас добавились. И какую можно карту купить без условий за 500 рублей. Понятное дело, не самое новое. Так, ну-ка. Ё-моё! Это, сука! Твою ж мать! Блять! Мастерство не пробьешь. Ужас какой. Капец, блядь. Вот я подгузнички намочил, а? Фу. Жесть жестянская. Вот такая херня бывает тоже. Поэтому надо перед этими сонями, которые так вот на обочинке стоят. Раз. Сохранялочку нажал. И видишь, как вот, сука, по закону подлости встречка, и мне с этим разъезжаться надо. Хоть вообще оттормаживайся. Закон такой подлянский, да? Подлый закон подлости. Весьма эпично получилось. Весьма. Уже в горы не буду переключаться, хотел новостную пониженную. Сейчас придется шестую. Так, а здесь вообще что происходит? Спасибо. Главное вовремя выехать, чтобы занять полностью встречку, и тогда уже трафик останавливается. Едем дальше. Так, что за поворот нас там ждет? Чуть в автобус сейчас на перекрестке не въехал, блин. Налево, пас. Там, по-моему, сейчас то ли объезд тут, то ли на паром уже едем. Не знаю я зачем, слушай, Серега так вот карты строил. Участки такие большие пропускал. Слушай, делай, так делай по порядку. Что-то промелькнуло, походу на посадку самолет прошел. Нафиг так делать.
Уж так подробно начал строить, так и делай уже. И продумывай, как ты будешь дальше карту располагать. Да-да-да, вот наш паромчик. 66 километров осталось нам. Сколько времени сейчас займет, посмотрим. Так, на видос чуть больше 20 минут пишу. Сейчас посмотрим, если я сейчас на паромчике пройдемся. Тут вроде как бы недалеко, сейчас посмотрим. Время, если много не займет, а я думаю, не займет, то я тогда дальше поеду. Ой, красота-то какая. Покупаем билетик. Так, смотрим, что у нас тут. Ой, одна минута. Какие мы быстрые, а? Тартеш 2, тартеш. 2, тартеш 2. 2, тартеш. Да в путь давай. Изменение маршрута. Одна минута и 20 часов, да? Вычисление нового маршрута. Так. Все, нас притащил. Ишь ты. Когда будет возможно. Баранко. Так, нам надо сейчас как-то это кормой выруливать. Так, ладненько. Так. Сейчас вот так вот аккуратненько пойдем. Не спеша, не спеша. А что площадку для разворота тут не сделал? Там где-то наверху, что я вот не помню, слушай, вот в Красноярск я же приезжал, ехал я днем, я ночью тут не проезжал точно. Насколько мне память не изменяет. Она иногда подводит. Иногда подводит меня, ой, ёшки, ёшки. Да сейчас я развернусь, обожжи ты, а дай в гору подняться. Так, надо. Так, ты, ё-моё. Блин, тут площадки нету, придется там вот, вон там перекресток, придется туда тащиться. Зараза. Я не помню, как в прошлый раз вообще ехал тут. Может, разворачивался где-то. Может, можно было зарулить нахрен на газон, да развернуться. Ну ладно уже. Так куда изменения? Ты чё, вовсе что ли? Боговая. Тут, видишь, миллиметражи выписываю. Прям по линейке тут идем. Расчет нового маршрута. Бляха-муха. Сука, близко иду. Близко, близко. Нет, не задел. Фу, пронесло. Так, этого тоже, походу, не задеваю. Я нормас. Хорошо. Красавчик. Так, нам сюда надо, направо нельзя, налево можно. Наверное.
Так, ну все, я готов. Поехали нам туда. Едем дальше, едем, едем. Так, ну что у нас? Так, время 9 час. Слушай, солнце достаточно высоко. Я думаю, надо ехать. Так, а что тут осталось-то? 64 километра. Тем более, я же не весь путь буду полностью показывать. Там хорошая дорога сейчас пойдет, так я ее срезать буду. Я не буду ее целиком показывать. Что вам хорошую дорогу показывать? Нифига она вам нужна. Да, готов. Поверните. Все, вышли на магистраль. Погнали дальше. Будет что интересное, включимся. Сплошные камикадзе кругом ездят, а? Welcome to Tertesh. Сплошные камикадзе выезжают. А я с горы лечу, 120 километров у меня. На 16-й передаче. Красавчик. Так, заправка будет сейчас только в Кускуне. Ой, оперный театр. Там пожар, что ли? Ух ты. Только в Кускуне сейчас заправлюсь. А мне топлива нормально хватит. Кстати, тут рядом Кускун уже. Следующий населенный пункт после Тертежа Кускун. Ну что, так, стояночка. Едем, едем, ближе к цивилизации, друг мой, едем. Едем. Ближе на запад. По-моему, Сергей говорил, что он хочет карту до Новосиба туда довести, что ли, да? Ох, тут тоже пожарище. Его первый театр. Фу. Ну, сейчас. И сохраняемся почаще, сохраняемся. Едем дальше. Опа, опа, да. Вдруг откуда ни возьмись, появился в рот компот. Вот такая херня тоже встречается, когда перед тобой идет фура, а тут появляется такой Соня, как я их называю. Вдруг ты подъезжаешь, у этого появляется коллизия, и пошел расколбас на стоящий. Ёперный мозаичек, ты как так влетел-то хорошо. Во-во-во-во-во-во. Вот тоже во льваха въехал. Сигналят во всю матушку. Так, тише, 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 тут не разгоняйся. Нам тут скорость не нужна. Нам тут сейчас тяга нужна. Так, ну я думаю, надо будет на четвертой до хрена, надо третью, ой, на третьей много. Надо вторую включить. Самый раз сейчас будет.
самое то. Так, а тут у нас... Едем дальше. Не успел камеры включить. Сейчас такой эпичный обгон был. Как раз в гору. Разогнался хорошо. В гору обхожу. И из-за горы выходит Актрас на меня. Я на обочину. Пару столбов этих снес. На левую обочину. Ой, господи, там пару прыжков еще совершил. И правда получил небольшой дэмидж. От таких прыжков. Я думал, все, мне капец. Нет. Свезло. Блин, на встречку вышел на обгон, да? Видно было, что справа тут, как всегда, дорогу ремонтируют. И я тут такой на обгон иду в гору. Ничего хорошего с этого не будет, когда в гору на обгон идешь. Ну да, вот так и получилось. Эх. Такой момент упустил, Феденька. Тихо, тихо, тихо. Что такое? Что такое, Вася? Что такое? Аккуратненько едем, нежненько. И соблюдаем дистанцию. На второй. Опять дождик пошел. Который раз сегодня сзади. Вроде духоты-то нет, погода сейчас нормальная, тем более вечером. Тучи-то не сказать, что прям дождевые, грозовые были бы. Развелось. Тут тебе и 130. Нифига себе древний, да? Тут тебе 133. Ох, авария, скорая. Маленький объезд закончился. Так, давай-ка мы окно закроем, а то что-то сюда в салон попадает уже вода. Так, Кускум, теперь мне нужна заправка. Там где-то дальше будет. Нам нужна заправка. Тихо, тихо, тихо. Вот этот маленький аппендикс незаметный. Я не заметил. А машины-то как вообще едут? А? Офигеть. Что, Сережа решил не пускать их сюда?
Трафик идет сюда. Что-то я не понял, где у меня заправка-то? Ого. Вот тут и дальше чуть-чуть. Все хорошо. Ты подъемчик-то какой. Welcome to Cusco. Папа, 48 километров до финиша. Получится, не получится сегодня доехать-то. Получится или не получится? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Или может уже сегодня отдыхать встать. В принципе, видео и так уже полчаса пишу. Сейчас на Кускуна вот зайду, сейчас на заправку встану. В принципе, можно и на отдых так-то по времени вставать. А завтра спокойненько, засветло встаем и оставшиеся 40 с лишним километров проходим засветло. Будет ли вообще ночь-то? Вопрос, конечно, интересный. Конечно, интересно. Так, если что, здесь стоянка есть хорошая. Назад вернусь с заправки, если там не айс. Если там все норм, то значит там и останемся. Давай, наверное, все-таки уже пора отдыхать. Время 9 час. Слушай, пора честь знать. Поработал. Отдохни, тем более надо поужинать. Сейчас хорошенько поужинаю. Стоянка тут тоже есть. Заправка не работает. Да нет, тут большая, слушай, стоянка, норм. Тут бизнеса, все дела. Так, ну тут рабочая техника стоит. Это на загрузку. Так. Так, там у нас этот, скажи, я тоже скажу, этот переправа дальше. Так, а я не вижу, где заправка. Слушай, где-то за машинами. Так, аварийку включим, чтобы нас далеко было видно. Там где-то за машинами что-то заправка стоит. Еще расходились-то тут, кошелки. Еще надо-то. Капец, ты-то откуда чумазая взялась? Где-то девочка чумазая Харьку так свою измазала. Ага, вон заправка.
Класс. Сережа, а чё у нас такая заправка нищебродская? Сука, да вы заколебали ходить-то, а? Идиотка. А чё заправку-то нельзя было нормально сделать? Типа я сюда подъезжаю, мне канистрами выносят, что ли? Капец, ну прикол ты, слушай, а? Сейчас до полного зальем. Денежка только тикает. 69 рублей залито. Почти 60, почти 70, да. На 26 тысяч. Сука, охуеть можно. И всего-то 374 литра залил. Супер. Так. А как, что тут? Давай сейчас где-нибудь он. Вон тут где-нибудь встану с коллегами. Приравняюсь, подравняюсь. Чуть покомпактнее маленько встанем, но уж не совсем в придирку, тут место так до хрена. Ну что, я относительно ровно встал, да? Ой, что-то не совсем тут проравнялся, подравнялся по реномахе, а тут сам Рено-то сам встал, а бы как. Ну, давай-ка с общей толпой. Вот так вот встанем. Ну что ж. Так, на сегодня достаточно. Как раз на завтра нам и остается немного доехать там. Сейчас неправильно показывает. Мне сейчас он налево показывает, на разворот. Ехать туда хрен знает куда. Так, а нам направо надо, так. Ну что ж, уже дождик. Ничего интересного уже не пофоткаешь. Скринов красивых не сделаешь. Да и пора отдыхать, глаза уже устали. Ой, сейчас поужинаю. Ой, капец как. Я представляю, вот спалочка. И вот этот диван еще так вот разложить. Ну, как обычно диван, знаете, раскладывается книжка, да? Раз его разложил, вот эта подушка-сидушка перемещается сюда. Это опускается, и получается одно большое спальное место. И плюс еще ноги за сидушку можно закинуть. Чем-то похоже на Сканию, по-моему, капотная. То ли 113-я, то ли какая там она. Оригинальненько. Да тут и так место нормально. Ну все, достаточно на сегодня. Надо отдыхать. О, тишина. Даже уши отдыхают. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мой плейлист ETS2 Суровая Россия и на мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скринов по Евротрак, по Мирке и по Суровой России. Заходите, добавляйтесь, буду рад. Всем спасибо, всем пока, увидимся. До новых волнующих.